это река Цернаевича. Раньше это был важным городом, а сейчас он потерял свою важность, но свою красоту оставил. Здесь мы можем видеть старый мост, построенный в 1876 году, красотой. Есть несколько ресторанов, три ресторана, где можно поесть, покушать. Один я вам покажу его, меню, что находится, цены, что почем, и можно покушать. Пойдемте дальше. На реке Цернаевича находится лодочная станция, где можно арендовать каяк. Одноместный стоит 5 евро, двухместный стоит 7 евро. Один час, чтобы покататься. Также можно на лодку арендовать и покататься на лодочке до 5 человек, стоит 25 евро час. Или можно полчаса 12.50. Плюс вы еще платите по 4 евро за вход в национальный парк. И сделаны маршруты, по каким уже плавают они и показывают вам красоты и птицы. Вот мы можем сейчас посмотреть. Вот маршруты их и цены. Куда еще можно подвигаться? Вот видите, маршруты нарисованы. Куда можно поплавать? Пойдемте спустимся вниз. Здесь дают жилеты. Выдают вам, скажем, весь инвентарь для каяка. Это весла, чтобы можно поплавать. А здесь мы садимся на лодочке и плаваем по реке Цернаевич, и река Цернаевич упадает с Кадарского озера. Пойдемте попробуем воду. Водичка еще прохладная. Это горная вода. Но здесь очень красиво и живописно. Много рыбы, живности по пути, птицы, лягушки. Все-все-все, что есть. Вся природа на ладони. Можно насладиться этим всем. Будет интересно не только для взрослых, но и для детей. Лайк.